Добрый день, меня зовут Мария Павлова, я художник, а это очаровательная барышня породы чихуахуа Чина. И сегодня мы предлагаем вам окунуться в мир анималистики. Мы нарисуем собак, мы нарисуем кота и зайца. Это черепная коробка, глазницы, глазные впадины, где потом глаза, плечевая кость, локоть. Локтевая кость в этом месте начинается, да, локтевая и лучевая кость. Итак, например, фрагмент нос собаки. У собак пятый палец, собственно говоря, рудимент атрофированный. И вот путем таких живых коротких зарисовок достигается изучение живой натуры. Я задумала картину. Это двойной портрет собак. Две борзые. Они будут в полупрофиль. Одна с закрытой пастью, другая с открытой пастью. Кот будет целиком. Задумана прямо сюжетная картина. Кот лежит рядом с букетом. Заяц будет в летнем одеянии своем, то есть он будет такой серо-рыженький с бежевеньким. Мир анималистики бесконечен. Разнообразен животный мир, окрасы, размеры, формы, все что угодно. Вам предстоит большой-большой интересный путь. Давай пожелаем всем анималистических, творческих, художественных успехов. До новых встреч!